Всем привет, с вами Полина, вы на канале Альфа Псина. Сегодня я снимаю обзор на амуницию для конекроса. Начнем мы с самого главного, ради чего вы сюда пришли, это пояс. Да, он как бы немного не влезает у меня в кадр. Вот. Так примерно выглядит пояс. Заказывала я его в ВК у одной девушки, и он просто офигенный. Я не знаю, что по нему сказать, он офигенный, просто офигенный. Он стоил всего лишь 900 рублей, всего лишь за вот это качество. Я в шоке. У него есть светоотражающая полоса, нитки никакие нигде не торчат. Он выполнен, ну блин, он реально выполнен достойно. То есть, я, значит, его уже мерила, он мне подошел, он никуда не слетает, все просто шикарно. А здесь очень хорошие массивные такие заклепки, то есть, даже не очень легко снимается, нормально так, прям. Ну, чувствуется качество, блин. Я его затянула на максимум, прям на максимум. Соответственно, вот этот вот ремешок. Он хороший. Дальше у этого пояса идут ножные ремни, соответственно, с двух сторон. Они выглядят примерно вот так. Сейчас это уберем. Тут, конечно же, все тоже на регулировке. Кстати, ее... Она не будет никуда уезжать. Тут, соответственно, тоже. Вот это расстегивается полегче чем-то. Все шикарно. Я просто, я не знаю, я тащусь от этого пояса. Мне он очень сильно понравился. Здесь, из-за того, что я его на максимум затянула, здесь торчит вот эта фигня. Очень классно запаяно. Очень классно. Прям, ну, не видно, конечно. Вот. Она запаяна. Ничего тут не топорщится. Ничего отсюда не вылетит. Ничего не разойдется. Дальше у нас идет петля, за которую цепляется потяг. Поводочек. Есть пояса, у которых здесь либо веревка, за которую цепляется, либо колечко, либо петельки. У меня на петельках. У меня на петельках. Петельки довольно-таки большие. То есть я буду через эти петельки просовывать ручку от поводка. И вот так. То есть я его за карабин не буду цеплять, потому что потяг у меня с одной стороны только с карабином, а с другой с ручкой. Ну, как бы меня все устраивает. Пояс, я не знаю, он просто офигенный. Что про него сказать, не знаю. Он реально качественный. И он стоит очень дешево для своего качества, я считаю. Дальше мы переходим к бонусу, к этому видео. Это сумочка. Это просто сумочка для лакомств. Я ее покупала на Озоне. Она стоила 360 рублей с Озон-карты. А без 370. Вот Tail Lab фирма, я так понимаю. Она максимально простая. То есть здесь идет такая сеточка. Она, ну, как бы, толком не просвечивает. Я не знаю, как называется такой материал. Но, в принципе, сетка довольно-таки качественная. У меня нет такого чувства, то, что она оторвется или что-то такое. Вот так примерно это выглядит внутри. А у этой сумочки есть пластмассовая застежка. Ну, я, конечно же, не думаю, что она сильно качественная. Как бы, мне кажется, она легко оторвется. Но зачем мне ее специально отрывать? Правильно? Правильно. Я ее просто... Я выбирала специальную сумку. Либо на такой застежке, либо с поясочком. Чтобы было удобно бегать, было удобно заниматься и все такое. Дальше. Здесь идет... Застежка на липучке. Она очень легко, то есть я могу вот так просто пролезть, и она откроется.
Ну, я думаю, это можно соотнести к плюсу, потому что когда надо срочно достать лакомство, оно легко достанется. И просто вот так сделать, и она закроется. Я считаю, это плюсик. То, что она легко открывается. А внутри цвет кислотный, да, кислотный цвет. Она довольно-таки вместительная. Она очень вместительная. А чтобы понять, насколько она вместительная, я сюда положу бутылку. И тут еще будет место. Вот, тут еще очень много места. Так что она действительно вместительная. Нитки, в принципе, здесь не торчат. Я такого не вижу. А, ну и, собственно, я считаю, за 360 рублей хорошая сумка. Ну, как бы простая. Чего ожидать от сумки? А, сюда я буду ложить кликер, а сюда, соответственно, лакомство. А теперь давайте посмотрим, как это все выглядит уже на мне. А вот и обзорчик, как выглядит этот пояс на мне. Хочу отметить, что этот пояс очень удобный. Повторюсь, он очень дешевый, как по мне. Я такие пояса видела и за 2000, а тут за 900 рублей. Это просто очень приятно. А вот про сумочку я почти ничего не снимала, но про нее да и нечего говорить. Она довольно-таки удобна и свою функцию выполняет. Кстати, этот фрагмент видео будет из моего большого проекта, который я вам готовлю. Пишите свои догадки в комментариях, о чем может быть этот большой проект. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Не забываем подписываться, ставить лайки и пока!